Спортивная школа номер 4 – это настоящая кузница чемпионов. Здесь обучается более 1800 детей. Многочисленные достижения воспитанников на всероссийском и мировом уровнях уже стали настоящим примером для других спортивных учреждений города. И вот в копилке школы новые победы. С 13 по 15 октября в сербском городе Нови Сад прошел молодежный чемпионат мира по самбо, на который приехали лучшие спортсмены мира. Россию представили всего 40 человек. Двое из них – наши спортсмены. Дарья Тепчук стала победителем весовой категории свыше 80 килограммов. На ее счету это уже третье золото. Она приехала сюда в 16 году. Очень, конечно, тяжелая работа. Ей тяжеловато, конечно, было поменять именно технику, поставить основные броски, потому что в прошлом году она в финале проиграла казашке, у которой сейчас выиграла с нормальным преимуществом, то есть как раз вот готовили по техническим отношениям. Она стала лучше двигаться, она уже стала бросать, хорошо бросать. И в финале с участницей из Армении она выиграла. Я у себя же занималась тоже самбо, но здесь перспектив больше, тренер хороший, как бы. Ну, в спорте это часто происходит, когда спортсмен меняет свое место. Я вот решила поменять на Анапу. Мне показалось этот вариант очень перспективным. Арман Гамбарян на этих состязаниях весовой категории 52 килограмма завоевал бронзу. По мнению тренера, у его воспитанника были все шансы на победу, но сказались интенсивные нагрузки. Спортсмен просто не успел восстановиться. Устал немножко, потому что всю зиму проездил по сборам. То есть он проборолся много где стал в Туле призером Кубка Европы. Оттуда отобрался на Кубок Европы в Германию, где также он стал третьим на Кубке Европы в Германии. Затем в Португалии стал первым. Вот. В Венгрии Олимпийский фестиваль тоже стал первым. По самбо результат, третье место на первенстве мира. Еще раз повторюсь, он мог бы гораздо лучше отбороться. Вот. Плохо настроился первый раз, на первенстве мира боролся, как-то психологически было немного тяжело настраиваться. Сам как-то по ошибке проиграл, не делал то, чего надо было. Сейчас анапские спортсмены продолжают подготовку. Арман Гамбарян готовится к международному турниру, который пройдет в Китае в следующем году. А у Дарьи Тепчук на подготовку осталось совсем немного времени. Уже 26 октября она улетает на Кубок Европы по самбо, который пройдет в Мадриде.